Agadéirí an dar le díos ar dí chuáé was an déir na dia garthá gon tredahhatá. An déir a dia dé atí dar a níre na ó a ganneod go hágad ihdaríío. Uá wasún dáda don a déirí chuás ar a gwasa. Jo hun da norunge jun gwa de nada ya danu ne am ha arjun gwa de riwayani ne ayeti a se tani sege un jun hunza. Ar haja zi doga ne gando ayeti ri hun ne yun kiswas saha o di sas da sere yanda ne. Jun gwa do raze ne to na ye de wa yer hage. Jun gwa yak do dar he un zi no ga yeran ne de ayeti swa ne da. Danu ne dogat to no de waire yot deru ayun gwa jonha se. Onu jere zi toni ori hoana ne ae de wada den hodu. Hoda tiga. Kani hoha. Nane? Приветствую, страж. Кто ты? Дух? Для тебя, вероятно, да. Где я? Ты там же, где был раньше. И если же ты спрашиваешь о том, что видишь, то это Нексус. Здесь рассчитываются вероятности, чтобы выбрать правильный путь. Какой путь? Что ты со мной сделала? Выбрала форму, близкую твоей культуре. Так легче ориентироваться. Мы ждали тебя тысячи лет. Ты принесешь ему последний фрагмент. И он откроет ее. Я не понимаю. И не должен. Мои слова ранят тебя. Я не желала этого. Ты важен для нас, дети, и не представляешь, насколько. Некие силы тайно готовятся захватить власть над этой землей. Преуспев, они проникнут в святилище. Из особого рода. Прошлое, настоящее, будущее. Многие связаны с тобой. Те, кто изменит мир. Те, кто изменит. Так же, как и ты. Я призвала тебя, чтобы ты узнал свой долг. Защити святилище от тех, кто жаждет уничтожить наш труд. Святилище? Какой труд? Сохранение текущего курса даст негативный исход. Преждевременный доступ дестабилизирует регион. Твоя деревня и род будут уничтожены. Что мне делать? Искал того, кто займется твоим обучением. Найди этот символ. Знаю, у тебя много вопросов. На них ответит время. Пока поднимайся. Вас ждет.
Радун хагету, катнуе, катнуе ни сатка, ту тига гари хвайерунитсту. Адун хэц ваге натдуни, ва гару дзи рунгве дая джадатка, аге натдун хасе охниот дзи акханде. Та туне тига рунгве, изи нат гаханда ди тунас, гари вэсси вага дэриандаре, тану изе ги они, ара хаджа дзи задетни горизу не доса асери хвайена. Юнгвар харацтуне айеде ва дунху джануна, Next da sheri de nitnise. De ot danyu haje ahunjage dano ya taundo ayungwa da se tunhage. Ya ka athakit skodage dano agader hara dene ayote wakwanta ne. Wakunya to dari sigi o wadu era osete. Ohnu jera di desaderi hua denyani. Aze ganya tak kweni daguri hua deni. Ya hasa giga. Asa tari jina hoda ze saksit gara kunegans. To nuoe dagat kahtone gari huayeru nitsstu. Ne egi garuun gwera hawi ohja snena zi niio zi zatni staha vasa go snena. Jaama. Seri asa doga, nekzi gets hani sudzi ezo zar hare. Was se zakane gari huayro nitstu, sa taha tsari. Не думал, что уйти будет так трудно. Я надеялся обрести гордость на этом пути и чувство достигнутой цели. Но то, что тянуло меня из дома, скоро исчезло. Остались лишь вопросы и сомнения. Поспешил ли я? Совершил ли ошибку? В деревне думали, что я ушел, потому что хотел. Что это мой выбор. Но мне так никогда не казалось. Нет. Это не мой выбор. Это моя обязанность. Потому что если не я, то кто же? Ищите охотничий домик? Считай, уже нашли.
Прочь с дороги! За ним! Здравствуй. Здорово. Ты, наверное, из местных, из этих... Как же их? Племени иракезов, точно. Ты из них? Конечно нет, Терри. Иракезы — это не племя. Племя? Да нет! Иракезы — это конфедерация. Что? Мне сказали, ты научишь. Нет. Уходи. Я не уйду! Нужно разбить лагерь.
Должен быть иной путь внутрь. Пожалуйста, только выслушай меня! Извини, если я выразился недостаточно просто, и ты меня не понял. Я не хотел тебя запутать. Чтобы прояснить дело, я уточню. Проваливай с моей земли! Я лезу наверх! Послушай, чего ты так боишься? Боюсь? Я не боюсь ничего. А тем более дерзких сопляков вроде тебя. Небось, мечтаешь стать героем. Помогать всем, спасать мир. Но продолжай в том же духе, и станешь разве что трупом. Да и все. Мир изменился, мальчик. И тебе пора. Я не уйду! Ты слышишь? Никогда не уйду. Погоди, старик. Я так легко не сдамся. Да-да. Неплохая прибавка к зарплате. Старика уделать, расплюнуть. В тот раз ты так же сказал, а я остался с дохлой лошадью и фингалом. Вы кто? Тебе это совсем незачем знать, щенок. Лучше проваливай отсюда, пока цел. Нет. Ну, мы предупредили. Мамочки, братья! Зачем вы здесь? Что вам нужно? Спроси у вожака. Ты работаешь на старика, так? Может, так заговоришь? Спасибо. Убери тут. А затем побеседуем.
извини. Ты ни при чем. Эта лачуга вот-вот рухнет. Чудо, что до сих пор держится. Так, кто же ты такой? Меня зовут Радун Хагейду. Ясно. Даже не буду пытаться это выговорить. Так, что тебе нужно? Мне велели искать этот символ. Ты хоть понимаешь, что он означает? И чего ты просишь? Нет. И все же ты здесь. Дух сказал, что я... что мне... Эти ваши духи веками издевались над ассасинами. С тех пор, как Эцио открыл ящик Пандоры. А, но ты ведь не знаешь, кто такие ассасины. Тогда слушай. Я расскажу одну историю, и это займет много времени. Вот почему ассасины поставили целью преследование тамплиеров. Ведь если те преуспеют, грезы твоего духа станут правдой. Я их остановлю. Ты, несомненно, попробуешь. Идем. Я кое-что покажу тебе. Осторожно. Я не шутил. Здесь все разваливается. Так может, починить? А смысл? Да и материалов на это у меня нет. Так купи. Глянь на меня. Думаешь, я могу прийти в лавку с полным кошельком и все купить? Да. Почему нет? Наивный. Сюда. Не думай, что можешь прийти сюда, надеть это и назваться ассасином. Я бы никогда... Ничего. К ним и правда руки тянутся. Что ж, ладно. Я согласен. Посмотрим, добьешься ли ты права носить это. Спасибо. Ахиллес. Ну, идем. У нас много дел. Ничтожество. Прах под ногами. Ты и весь твой род. Живете в грязи, как звери. Не хотите видеть истинный путь. Чего хотят тамплиеры? Того же, что и всегда. Власти. В колониях у них появился шанс. Шанс начать все заново. Забыть про хаос прошлого. Поэтому они за англичан. Здесь они могут продемонстрировать достоинство своих убеждений. Людей, которые служат порядку и структуре. Я видел, что будет, если они победят. Они должны умереть, да? Все они. Даже мой отец.
Особенно твой отец. Ибо именно на нем все держится.